Вы понимаете, что 57 тысяч рублей – это не такая большая сумма для такого аппарата, но тем не менее, вот дети Вологодской области от всей души, вот они включились в это мероприятие, и вот такой подарок от детей детям, я думаю, что это очень важно, даже в плане воспитания самих детей.